Теперь ты уже знаешь, как играть, в принципе. Там ты велосипедом был, а сейчас ты уже ветеран. Крутой. Да, это вообще... Главное ускорить наш процесс. Ну, просто нужно встать на дорожку. Надо какую-то цель поставить, кроме как выжить. Ну, я хочу построить базу, мою. Ну, надо какую-нибудь нормальную. Что там ты, построить дом, родить сына, посидеть дерево? Посидеть на дереве? Ну, жопой. Я не сам. Письками. Сосиськами. Колбасками. По малой спаской. Ай-яй-яй. Блять, что меня ёбнуло? Сейчас я всех ёбну. Кстати, ты мне сейчас писюн не отсосёшь, я тебе пизду отсосу. Ты меня понял? Можно так? Да? Так, женщины, кому отсосать пизду, пишите мне в директ. В телеграме. Вы в телеграме, да, там мы договорились. Ну шо, пчела, пососи пенис, я тебе опять не дал пенис. Ой. А чё? А, это вечер. Фух, я думал, я опять краснеет, у меня флешбеки уже. Я вижу, где ты есть. Куда мне бежать, чтобы к тебе идти? Наверх. Ну, у меня наверх. Куда? Компаса-то у меня сейчас нет. У меня тоже нет компаса. А сейчас? Сейчас тоже нет компаса. Точно нет? Вот сейчас нет. Угу. Секунду назад было, а сейчас нет. Ну, чувак, не успел я, получается. Вот ты сейчас движешься налево от меня. Ты меня пробежал. А, я тебя вижу теперь. Ты как пройти-то? Ну, я тогда переплыл. Давай. Правда. Как ты ловко это сделал. Да, у меня есть здорово. Целых 10 трава срезанная. 10 трава. Не, мне срезана не нужна. Выкидывай. Ну, ладно. О, считальная ракета. Зацени. Это топор. Охуенная. Солома с фитилем. Смотри. Я забыл отодвинуть. Давай еще раз. Блять. Ну, ладно. Дай дерево. А как отдать не все? Не, никак. Ну, на тогда все. Хорошая схема. Как отдать это дерьмо? Придется отдать все. А че так мало? Ну извините. Давай еще у меня. Штука. Ебучие заказчики на фрилансе. Денис, это все свое. Я тут дерусь, поможешь? Нет. Ладно. Тыква, тыква. Сам тыква. Давай, я захожу с другой стороны. Охуенно я помог, я пойду яйцо отпизжу. Не пойду я, бам, бам, бам. Смотри, я себе друга нового нашел. А как ты это сделал? Ты ему похавать дал? Что? Ему еще имя дали, прикинь. Какой? Ты хороший? А Адриан? Адриан. Андрей. Смотри, я сейчас этому еще дам. Хоуми нашел, а я все в соло съел. Валентиньян. Валентин дядька. Там чувак срет. Зачем? Я собрал твои каки. Наверное, они меня покинут когда-то. Поешь, говна. Я хорош, да. Я охуенный, я бы даже сказал. Интересно, как долго они будут моими холмсами? Пока еда действует, наверное. Я тебя люблю. Меня все хотят. Кто-нибудь нас любит. Ням. Мы команда ГА. ГА значит активная. А значит особенная. Т значит дефективная. Мы команда А. Мы команда ТУР. Мы команда ГА. Стянут. Как в этом, Clash of Clans. Ну теперь нас никто не потревожит. Это точно. Вороны тебе пиздец, слушай, не подходи сюда, съебалась. Ну а я пойду, поем. Единственное твое занятие, чем ты полезен. Есть и умирать от голода. О, смотри, наши хоумисы бегут. Реально все побежали. Мужики, вы что халявите, давайте рубите деревья. Пацаны, все, идем ебашить топориком. Стенка на стенку, лес против свиней. Сейчас смотри, они добудут мясо, я его дам другой свинье. И так будет работать мой конвейер по производству друзей. Блядь! Да. Свинья поела говна, смотри, она сейчас превратится во что-то. В оборотня свинью. А что с ним? Да он... Адриан, это наш друг так-то. Андрюха, ну ты че? Ну мы добежим до него, определенно. Блин. Какого черта, дружище? Лучше меня бей, чем сделал. Ну что, ты тут давно лежишь, мистер скелет? Подарок. Что же в моей сумочке Баленсиага? Опа! О, он остался с нами. О, крылья бабочки хилят на 8 хп, кстати. А, нормально. Так и знал, что они не бесполезны. Именно поэтому я их не собирал. Это не я. Это я. Ну, так и знал. Я рыгнул в мозгу, но почему-то это материализовалось. Я еще пукнул, кстати, у тебя материализовался. Ну да, воняет. Это я был. Угу. Ты не обижаешься? Блядь. Все домашние. У меня дух... А, у меня интеллект. Что, тебе уже лучше? У меня какие-то полоски, червячки на экран начали залазить. О, вон цветочек. Ну теперь мне прям вообще волшебно станет. Да ё...
Какой у меня ник? Зови. Это ж не мой аккаунт. А, ой. О, другие подписчики ваши. Другой ютубер играет на паленом аккаунте. Все хорошо, я купил его за свои деньги. Будешь мне сейчас отсасывать за те 40 хп, которые я... Я уже 80 на тебя потратил, вкусь. Да я готов хоть всю ночь. Ну ладно. Она слишком проворная, я не понимаю, как ее убить. Да ты как? Да ну нет, ну пожалуйста, ну дай себе ударить. Ладно, я буду отгонять от птиц. Нахуй иди. Ну я же говорю, пошла нахуй. Не, ну вы, видимо, не понимаете. Я паровозик, который смог. Мог типа кронтострайки. Страйки. Ворона застряла между камнями, я помогу. Зоозащитник. Блять, опять. Иди отсюда. Идем убивать бабочек. Я лучше птицы пизды дам. Ладно, погнали. Зоозащитник. Да, кстати, возьми броню. Это ты больше пизды получаешь, чем я. Это честно. Вот бы уже GTA поиграть, конечно. Да, было бы, конечно, классно. Да я говорю, у меня есть тот аккаунт. Да? Который заблочен. Заблочен? Тебе его скидывал. Ну, не заблочен, а не могу поиграть почему-то. Вот что там. Так а там нет GTA. Есть, я ж тебе скидывал. Так а я зашел и там нет GTA. И который я тебе дал. Сука. Подписчики, скидывайте мне ваши аккаунты, чтобы я играл в игры. Подписчики, скиньте мне, пожалуйста, картинку, что вы меня любите и что у меня все будет хорошо. А кто это сделает, того сразу пенис плюс 2 сантиметра. Кто это сделает, я тому сразу пиздуется. Ну так а если там пенис вырастет 2 сантиметра? Это я уже потом подумаю. Ну главное пообещать, да, потом уже как пойдет. Типичный политикан. Я учился лучше. Да, уже бедина. Ты мне не указ, я в школе был крутой, а сейчас я запихну тебе в рот свой хой. А хой вообще-то это был горшок. Он сдох и был таков. Горшок, кстати, сегодня не какал. Закончу сейчас играть и пойду покакать. Ну пока. Я бы тоже сходил, знаешь, так сказать, бомбу ты, как и я, разряжаешь. Жопу, конечно, после этого бы помыть, то будет оттуда говнить. Да, явление неприятное, но знаешь, что приятно? Это пукнуть тебе в нос. Явление, конечно, приятное, не поспоришь. Особенно, когда рот еще откроешь. Открывая свой рот пошире, я туда наложу кашемира. Нихуя. Вот это да. Открою с радостью, еще и глаза. Глаза открой, увидишь пенис. И там где-то сзади будет еще Денис. Да уж, конечно, женщины пошли, что не надо в этом мире. Шо туда, шо сюда, так жопой флексят и снимают сиськи на фотик в квартире. Перебил тебя, конечно, ты соси. Но девки, кстати, респект за танцы такие красивые вам всем, если... Да, пизду, короче. Просто скиньте фотки. Не подумайте зло на меня, я просто рифмую, рифмовать люблю я. Я Валентин Дядькин, адепт, и я уже без трусов хожу 5 дней. Мама в ахуе. В жизни, чувак, я молчалив, но по факту люблю подрочить. За двоих. Помой машину ты, конечно, после этих слов как надо. То не поймешь, что там у тебя в штанишках много шоколада. Ладно, у меня действительно много, я обосрался, но подмыть жопу я не забыл и подмою попозже. Выложили приказ недавно по поводу воскресенья. Это, оказывается, тоже выходной, и в школу не придется идти, без сомнения. Да, воскресенье они, конечно, круто сделали выходным, и они любят чесать пенис молодым. Подмышку мне подмыть. Да, конечно, любят они это делать, не поспоришь. Но и ты после этих слов пенис себя помоешь. Да, подмоюсь я, конечно, Totally Spice. И Блэк Джек у меня в штанах дает мне о себе знать. Блэк Джек или Эчпочмак, это мы, конечно, мы посмотрим потом. Чтоб ты там не говорил, лучше, конечно, дома сидеть с котом. Ладно, ну что, это, подписчики там, спасибо за просмотр, подписку на канал, ставьте лайки. С вами был этот, Онег, ссылочка в описании, так сказать. Подписывайтесь на канал, плюс миллиард делайте там. Лайки ставьте, тоже... Там. Только подругам скажи мне, кто я. Мега сексуальный мужчина. У него пенис стоит только... А, не так? Не стоит меня... уже? Не, у меня 5 сантиметров член. А, но стоит же, правильно. Ну, это в стоячем положении.
Размер не важен. Ну, это же в диаметре, да? Нет. Что, смеешься? Нет. А сейчас? Нет. Анекдот вспомнил просто. Короче, заходит улитка... Заходит улитка к колобку и говорит: слушай, колобок, а если я скручусь, то я тоже буду круглый. А он такой говорит: давай устроим гонки. И вот колобок едет, а улитка ползет. Колобок пришел на финиш и говорит: ты что, ебанутый? Что ты там делаешь? Все? Ну да. Ну там еще продолжение было. Короче, анекдот. Давай. Заходит скелет в улитку в бар, смотрит за пабной стойкой, стоит пиво, пиво отпить и потом в качалочку качать жопу. Вот. Заходит бесконечное количество улиток в бар. Нихуя! И этот бармен говорит, короче: бля, пиздец. Ебать, не обслужить, блин, нормально. Подписчики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кто не подписался, у того в жопе отросли яйки. Тут, конечно, мотивацию ты жесткую закатал. Сейчас все сразу подпишутся на канал.